Репетиция глобальной катастрофы, сбой при запуске секретной баллистической ракеты, отказ системы и даже угроза жизни Владимира Путина. Так журналисты рассказывали о том, что на учениях «Гром-2019», финальной частью которых руководил президент, что-то пошло не так. Мы, скорее всего, не увидим, как это было. Госканалы и информагентства портить имидж президента не будут, но легко предположить, что российский лидер был недоволен. Впрочем, реакция Путина на подобный сбой иногда все-таки попадает в кадр. Вторник. Эр-Рияд. Саудовский король Салман встречает дорогого российского гостя. Местный оркестр пытается сыграть гимн России, но что-то идет не по плану. Впрочем, российский президент держит лицо. Ведь совсем недавно королевский оркестр расправился с американским гимном куда более безжалостно. Путину традиционно не везет с отечественным автопромом. Так, в 2011 году президент в Тольятти решил протестировать новинку АвтоВАЗа – «Ладу Калину». Вот он осматривает машину со всех сторон, садится за руль и пытается ее завести. А вот уже май 2016-го. Владимир Путин в Сочи снова инспектирует новинки автопрома, на этот раз военного. Президенту показывают новый УАЗ-Патриот, рассказывает, что на него можно установить пулемет, а в кузове даже есть погреб для хранения снарядов. Путин подходит к чудо-машине, пытается ее открыть, но дверь не поддается. На помощь приходит генерал Александр Шевченко. Он рьяно пытается открыть злосчастную дверь, но перебарщивает, отламывается ручка. Генерал пытается открыть машину изнутри. Путин растерянно улыбается и хватает его под руку. Позже сам Шевченко расскажет, что перестарался и приложил слишком много силы. Вообще, демонстрация излишнего рвения в присутствии президента – вещь нередкая. В 2012-м на Валааме Путин общался с духовенством. Один из священников, отец Мефодий из Македонии, был так рад встрече с российским лидером, что кинулся целовать ему руки. Путин явно смутился и пригрозил обожателю кулаком. Несколько раз Путина подставляли его собственные спичрайтеры. В 2018-м он выступал на Совете законодателей и полминуты не мог прочитать текст на бумажке. Значит, теперь... Валентина Матвиенко озадаченно смотрит по сторонам. Вячеслав Володин что-то напряженно записывает в блокноте, но президент выкручивается. Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Кстати, это уже не первый раз, когда Путин так оправдывается. То же самое он сказал в 2017-м на заседании РСПП. Тогда он тоже не смог разобрать свои записи. Я так написал, курица лапой, сам не могу написать, прочитать что-нибудь. Летом 2019-го Путин попал в неловкую ситуацию из-за своего роста, около 1,70 м. На фотосессии после встречи с екатеринбургскими студентами невысокого президента поставили во второй ряд, но это не помогло. Прямо перед ним в кадр встал долговязый юноша. Не прошло и 10 секунд, как незадачливого студента убрали из кадра, а на его место поставили девушку, на этот раз подходящего роста. Впрочем, Путина подводили не только люди, но и погода. В финале чемпионата мира по футболу российский президент награждал сборную Франции, победившую хорватов со счетом 4-2. Внезапно пошел дождь, и тут же выбежал сотрудник ФСО с зонтом и прикрыл президента. А вот на западных партнеров зонтов не хватило. Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович остались мокнуть под ливнем. 22 октября Владимир Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом. В их долгих отношениях уже бывали курьезные ситуации. В 2016-м президент почти 2 минуты ждал турецкого коллегу под объективами телекамер. Неловкое молчание нарушали лишь щелчки затворов. А в 2017-м Путин уронил стул, на котором сидел президент Турции. Слава богу, в этот момент Эрдоган с него уже встал. За 20 лет у власти президент много раз попадал в курьезные ситуации. И почти всегда ему удается сохранять невозмутимость. Видимо, помогает прошлое в разведке.